Суть проекта заключается в создании макета Лида Мини в масштабе 1:200, отражающий вид нашего города в начале 20 века, где в рельефе будут представлены архитектурные здания и сооружения этого исторического периода. Макет будет создаваться группой молодых людей в составе 15 человек и в возрасте с 14 до 30 лет в течение января-июля 2020 года. Нужно сказать, что интересными моментами этой инициативы является приобщение молодежи из социально уязвимых групп населения Лидского района предпринимательской деятельности, к ремесленничеству, получение опыта экономического развития, экономической жизни, ведения бизнеса, популяризации бизнеса в социальных сетях. В смете проекта определена сумма $9,600, которую получат юные ремесленники. Из 15 участников объединения по интересам, он будет называться «Мой город», в апреле месяце будет выбрано 8 человек по результатам их предшествующего персонального вклада. Насколько качественно они будут работать в период с января по апрель, насколько каждый из них сделает большее количество макетов, определит его участие в дальнейшем этапе, который начнется в мае и продолжится до июля. Здесь 8 наиболее успешным, конкурентоспособным участникам объединения по интересам будет предложено работать за заработную плату. Заработная плата составит более $1,000 США. Для некоторых это успешный случай, это хороший шанс улучшить свое материальное благополучие, благосостояние, получить, возможно, первоначальный стартовый капитал для дальнейшего развития собственной инициативы, возможно, своего бизнеса. Все работы, конечно же, будут компоноваться в один общий макет. Макет достаточно большой. По площади он занимает 4 квадратных метра размером 2 на 2 метра. Более того, к нему будет подключаться светомузыкальное шоу и экскурсионное сопровождение на 5 языках. Для размещения данного макета предусмотрено оборудование помещения в здании нашего центра, где будет за счет средств проекта произведен косметический ремонт, приобретено затемняющее оборудование и также мебель для рассадки экскурсантов. Мы обратились с просьбой в управление образования Лидского райисполкома с письмом ходатайственным, в котором по школам отправили предложение с просьбой подать нам кандидатуры таких ребят. Пользуясь случаем, хотела бы пригласить инициативную, трудолюбивую молодежь в возрасте от 14 до 30 лет самим предлагать свои кандидатуры для участия в данном проекте. Наши телефоны Лидского районного центра туризма и краеведения можно посмотреть на нашем сайте.